творим, бро. Меня зовут Сергей Онис, и всю ночь я провел в этом. Я не знаю, как это назвать. Это вообще не комната. Это ужасно, короче. Всю ночь провел здесь, и было очень странно, потому что ночью я не слышал ни одного шага, ни одного треска от той статуи. Я без понятия. Я честно без понятия, что там могло происходить. Если честно, очень интересно. Но пару раз она все-таки проходила туда и назад, и это я видел. Странно еще то, что она сюда не заходила. Она могла подойти к двери этой комнаты, посмотреть сюда и развернуться и пойти. Она сюда даже не заходила. Это очень странно. Скорее всего, что здесь лежит какая-то вещь, которая ее очень сильно отпугивает. В принципе, можно порыться здесь. Я здесь никогда не рылся. Вы сами видели, в первый день мы сюда зашли. Увидели записку, и мы больше сюда не заходили ни разу, никогда. За эти 10 дней вообще в этой комнате не был. Поэтому, я думаю, будет хорошая идея, если сейчас здесь что-то найти, посмотреть, не знаю. Окей, здесь вроде бы ничего нет. Это что, книга? Бро, это книга. Я не знаю, ли вам видно, но это не просто книга. Ее кто-то писал вручную. Слендермен, как вызвать... Как призвать Слендермена? Обязательно в лесу нужно что-то нарисовать. What the fuck? Это прикрепи к дереву. Подписано «Не вызывать в лесу». Я очень надеюсь, что вам там видно сейчас. Потому что я, если честно, в шоке. Заклинание, как вызвать Слендермена. Кто живет в этом лесу? Таинственный дом с призраком. Похоже, вот наша остановочка. Таинственный дом с призраком. Здесь пишется, что в этой моей комнате, которая стена не заклеена обоями, это был портал в самый ад. Из туда вылезло много всякой нечисти. Некоторых из них закрыли в... Вы слышали? Что-то купнуло по крыше. Как будто что-то упало, что-то ходит по чердаке. Тех призраков, тех демонов, которых выпустили из ада, закрыли в какой-то капсуле и закопали в самом доме. Так вот, что это за яма. Там закопаны все эта нечисть, которая вышла из ада, из той стены, той портал, я не знаю, как это назвать. Вот это да. Мальчик и девочка зашли в тот портал и ходили там. Здесь даже есть рисунок. Здесь написано от последних жителей записка. Мы очень долго жили в этом доме. Мы смогли убрать этих призраков, закопали их. Но лишь один остался на воле. Один из самых сильных. Мы решили продать этот дом парню и девушке, чтобы они избавились от призрака, потому что они еще молоды и смогут это сделать. Что? Я просто в шоке. Они специально продали нам этот дом, чтобы
Мы избавились от этого призрака. Отлично. Все тайны открыты. Круто. Просто супер. Здесь какой-то рисунок, как кто-то лежит в той яме. Здесь вам видно, как кто-то лежит в той яме. Да, это был труп. Отлично. Чтобы закопать ту капсулу с демонами, нужно было принести кого-то в жертву, чтобы закрыть его телом. Понятно. Понятно, почему оттуда идут звуки и почему так воняет. Чтобы избавиться от демона черная коса, нужно поставить свечу и произнести заклинание. Понятно. Понятно, что нам нужно сделать. Отлично. А вот и заклинание. Нам нужно поставить свечу прямо около той статуи. Тут написано, что она должна еще раз превратиться в статую, или еще даже пару раз. И если мы успеем за это время, то мы победим призрака. А если не успеем, то она навсегда выйдет из своего проклятия и будет жить здесь. Зачем мы вообще нашли тогда эту статую на том чердаке? 10 дней. 10 дней мы парились в этом доме. Настя съехала отсюда, потому что не выдержала. Ну вот, теперь все тайны раскрыты. Первый день, как мы сюда приехали, мы даже не подозревали, что здесь может что-то быть. Я вообще не ожидал, что здесь могут быть какие-то призраки. Нужно было еще сразу съезжать отсюда, на второй день, как только мы увидели на тех камерах что-то неладное. Мы даже на третий день не съехали, когда увидели эту статую. Ладно, окей, давайте будем искать свечу. Здесь написано, что она находится в одном из закрытых сараев. Нужно выломать дверь сарая. Скорее всего, этого я сделаю не на камеру, но... Потому что придется выломать все двери сарая. Я сделаю это не на камеру. Так, ладно. Время пошло. Пронесло. Она превратилась в статую. Так, ладно. Окей, бро. Пока она превратилась в статую, мне нужно найти ту свечку, чтобы изгнать ее. Ладно, я это сделаю не на камеру. Давайте встретимся с вами позже. Окей, бро, все. Я все сделал. Я нашел свечу. Вы не поверите. Я просто не знаю, почему я это не снял. Но как только я подставил свечу, она сама зажилась. Я ее даже не поджигал. Она сама горит. Я вам серьезно говорю, как я ее сюда подставил, она сама загорелась. Окей, бро, теперь нам надо взять книжку и прочитать заклинание, чтобы изгнать это из этого дома. Еще я прочитал книжки немного про ту яму. Как говорится там, что ее нельзя даже разрывать, открывать, ничего с ней вообще нельзя делать, потому что эти сущности выйдут. Тем более там лежит какой-то труп, который закрывает их своим телом. В общем, нельзя ту яму вообще трогать. И слава богу, что я ее не трогал, потому что кто знает, что могло бы быть сейчас. Давайте-ка попробуем уже ее изгнать. Заклинание на испанском или латинском, неважно. Я нашел переводчика, как это правильно читать, и... Слава богу, что у нас здесь переводчики, которые говорят, как правильно произносить слова. Исана ман хуан ю фан чик фан бин ю вис кан ту зе фан ю мал фан кин зе фран. You wish be now killer one. You hacker want to be the fun. You help with the pussy for fun. You my fuck the whole name the one. You fake news the fucking man. You wish the fucker with the money. Она живая, бро! This for no! Thank you.
Что произошло? Свечка перестала гореть, книга закрытая. Да ее здесь тоже как бы нету. У меня что получилось? Я искал призрака? Такого в жизни точно никогда не забудешь. Вот это да! Не почувствуете это, но как только я изгнал призрака, сразу стало какое-то облегчение жить в этом доме. Как будто все уже закончилось. Это были самые экстремальные 10 дней моей жизни. Больше никогда не хочу это повторять. Это просто жесть. Окей, бро, на этом все. С вами был Сергионис. И да, я все-таки забыл. Вот комит из-под прошлого видео. Ты просто взгляни, какие же они шикарные. Господи, сколько же они шикарные. Ты тоже можешь посмотреть следующее видео. Всего то, что тебе стоит, это написать комментарий и нажать лайк и колокольчик. Потому что я проверю. Если ты не нажал ни на лайк, ни на колокольчик, так ты не попадаешь в следующее видео. Я проверю, у меня есть программа. Ах да, еще если по твоим комментам не будет никакого комментария, тогда ты точно попадаешь в следующее видео. На этом все, бро. С тобой был Сергионис. Также подписывайся на мой инстаграм, ведь там выходит много классных фотографий, которые тебе понравятся. И бро, подписывайся на канал, чтобы вступить в мою Supreme банду. Ведь придет время, и Supreme банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А если ты со мной, бро, то ты самый крутой человек в мире. На этом все, бро. Оставайся таким же шикарным. Наконец-то я избавился от этого призрака и могу здесь спокойно жить. Пока!